Вон два сидят и жуют друг друга. Вон там. Да, из окна слышишь? Я видел, из окна. Ну все, стаи пошли. Стаи вот пошли. Это крупный такой, хороший. Я как поросенок. О, а это, видишь, на задней ноги поднялся. Ага. Ужас, вообще обнаглели. Это дерево завалили, теперь они его будут, это пока его не сожрут, его все. Маринка идет, испугалась. Я говорю, смотрю, кто-то ходит, испугалась, теплица. Я все боюсь, да. Ходит, Трёха? Вот, конечно. У нас я два сорвала, вот дырвиты. Побрызла, тасоры, завязи побрызла, что еще. О, видишь? Можно нарвать, да. Вот это вот рыжий мелкий, видишь, да, он, это да. Рыженький. Это нет, это же как кабанчик. Может, огурчик? Можно ну а как тут? Трава, это же трава. Нужно жевать и жевать надо. Что там такое стадо эти. И завалить дерево, теперь жрут. Опа, опа, пошли. Ой. Мама. О, хороший. Это хороший. О, видишь, вот какой, как лопата. Ой. А этот меленький. А тот-то здоров. Это прошлогодок, наверное. А тот повыше пошел. Че я буду так это надрываться, подниматься? Я пойду. Да, повыше, там, наверное, пониже это дерево. Да, он прям на само дерево сел. Надо им было осину подвести, срубить осину и бросить, они осину будут. Да? Угу. И туда вот так бросить, ну, чтобы поближе. Будут. Так, везем осину. А у меня в горшочке выросли. А что осина? Вон осинник полно. Домашнее животное, бобер. Да. Все, устал. Челюсти устали. Какая-то свет полезет. Скажет, что я тоже. Пойду-ка я туда. Вот. А это может самочка помельче. Тоже ничего так. Коротковатый. Выше поднимайся. Глупо я. Они не глупо, они тебя перегрызут там и вытащат. Ну пошел, умный помет пошел там перегрызать. Я пока здесь ползаю. Ну что-то там пропало вообще. А он сидит там, видишь, только хвост торчит, жует там. Он, наверное, перегрызает, может, чтобы упала она. Не, был слышно. Ты знаешь, как слышно было? Слышно, о. Я слышал, он тебя грызли, сидел. О, видишь, два хвоста. Симметрично.